Это открытие старого, нового, обновленного магазина. Да, ну разница, я думаю, заметит любой пришедший сюда, поэтому поздравить, наверное, всех болельщиков и пригласить в этот старый новый магазин с новым ассортиментом, с новой продукцией и, соответственно, отличие видно невооруженным взглядом, и все увидят это, поэтому всех приглашаем посмотреть, оценить и возможно, что-то и на новогодний, предновогодний месяц этот себе что-то приобрести. Для меня он, естественно, не новый, потому что участвовали всем клубом и в разработке, и в обновлении этого магазина, поэтому впечатление сегодня у меня не первое. И вчера был здесь, и позавчера был, так что... Вот, но я думаю, оценить все это должны, прежде всего, болельщики наши. И хотелось бы, естественно, отзывы услышать, либо плохие, либо хорошие. Спасибо, всех приглашаю в магазин. Здесь также в этом магазине можно стать членом фан-клуба, поэтому еще помимо того, что это магазин, это и наш фан-клуб, поэтому всех приглашаем посетить и то, и другое. Что бы вы здесь приобрели? Ну, сейчас, в данный момент, приобрел бы, наверное, я думаю, здесь за спиной как раз у меня вот, и я думаю, это знаю, вернее, не то, что думаю, а знаю, нравится всем нашим болельщикам и игровая форма, и те... и код, в которых уходят футболисты перед матчем. Ну и знаю, опять же, что всем нравится вот эти вот плащи, в которых стою перед игрой, то есть теплые. То есть они тоже появились в ограниченном количестве, поэтому думаю, надо... Я прибежал быстрее покупать. Ну, я думаю, посещение, да, и магазина тоже, но прежде всего, я думаю, посещение наших матчей должно стать шагом для дальнейшего боления за «Спартак». Поэтому всех приглашаем в магазин для осуществления там покупок, приобретения фан-карт, приобретения абонементов. В скором времени мы объявим и о начале продаж абонементов. Я думаю, самое важное – это посещение матча, естественно. Наши цвета как раз это то, что должно привлекать еще больше народа и на трибуны, и в магазин.